Власти Молдовы привели страну к международной изоляции. Об этом заявил лидер партии «Промолдова» Андриан Канду в интервью румынскому новостному порталу. «У нас не очень хорошие отношения с соседними странами, с Евросоюзом. Все, что означает евроинтеграцию или европейские интеграционные процессы, находится на очень пассивном уровне реализации. В отношениях с США, которые следует рассматривать как стратегические, происходит то же самое», – заявил политик. Он отметил, что в настоящее время мы изолированы от западных государств не только с точки зрения пандемии, но и политически. «Есть много работы по восстановлению международных отношений», – добавил Канду. Говоря об отношениях с Румынией, он сказал, что румынские власти всегда были с Молдовой, независимо от цвета политиков в Бухаресте, независимо от президента, правительства или правящей партии. «Румыния всегда помогала Молдове и с политической точки зрения, лоббирование, защита на международных форумах, но в то же время и финансовой помощью, логистикой, инфраструктурой», – добавил Канду. «Румыния каждый год вносит большой вклад в помощь Молдове, и когда в стране все плохо, и когда все хорошо», – отметил также политик.